Привет, друг мой. А ты знаешь, что означает средний уровень жизни? Я тебя сейчас объясню. Представь, есть два друга, Али и Ахмед. Они вместе покупали барашку, и они резали эту баранину. И от этого баранина они взяли 10 килограммов мяса и 6 килограммов остальной ненужные вещи, кости другой. И эту 10 килограмм мяса досталось Али. 6 килограммов остальной ненужные вещи досталось Ахмеду. Но они вместе взяли 16 килограммов. Баранина была 16 килограммов. И они двое. Значит, 16 разделяем на 2. Получается 8. Значит, Али и Ахмед поели 8 килограммов баранины. Вот так. Именно это означает средний уровень жизни. Пока.